Висят? Висят. Всем привет! С вами канал Артмани. И смотрите, что у нас происходит. А мы с Димочкой. Димочка вон там стоит, смотрит. Да, зайка? Да. Мы с ним решили сделать яичницу. Ну нет, конечно, это не яичница, как вы видите. Совсем не яичница. Это у нас баклажанчик. Мы жарим. Мы хотели сначала баклажан и сверху залить яичком. Но потом я передумала. Я решила сначала, Дима, не лази. Я хотела, потом уже, сейчас уже потом подумала, что, наверное, сначала мы пожарим баклажанчик, а потом отдельно яичницу. Вот тут у нас яички. Вот, Дима был у бабушки и не успел. Ну, обычно бабушка дает покушать, допустим, ребенку, и, то есть и каш, там и мясо, да? А в этот раз было только мясо, и получается, что у нас нет каши. И чтоб ребенок ждал, пока я там эту кашу 40 минут там с лишним приготовлю, я не стала. Да? Да. Ну это долго ждать ему, все это так долго, а ребенок кушать уже хочет. И мы решили вот пожарить баклажан. Господи, да что ж такое? Как его? Кабачок, да. Ну и тут у нас на столе еще не убрано. После вчерашних, вчерашних наших с вами посидушек. Еще не успела. Скорее-скорее мы подбежали на кухню. Скорее-скорее давай это готовить. А тут, кстати, кастрюля, смотрите, как классно стоит. Ну, ковшик убрать надо. Да? О, у мамы желудок кричит. Да? У мамы кричит желудок. А-а-а, накорми меня! Да? Да. Сейчас они пожарятся у нас. Вот она. Лопатка, слушайте, такая вот, кстати, с такой ручкой. Вот она название. Ну, сейчас, мне кажется, они, кстати, не продаются. Это я покупала набором. Еще, господи, лет 6-7 назад набором, я помню, 2000 за него отдала. У нее вот эта штучка не греется. Очень, кстати, удобно. Очень такой качественный, классный. Первый набор, кстати, у меня был вообще некачественный. Там вообще какая-то фигня дешевая. А, ну, вот, смотри, уже поджарилась. Такая более-менее. Хотя, ну ладно, давай. Сильно не будем зажаривать. Вот, был вообще там дешевый, что-то по 80 рублей. Раньше, помните, был магазин. Домашний назывался. Там все по 80 рублей было. По 70, да, по 80. Кто может вспомнить, это было давно, лет, ну да, 6-7 назад. Больше даже. Он сначала в Самаре был у нас, потом он закрылся, в Отрадном открылся. Ну, сначала такое прям, можно было там что-то в нем купить, такое все. А потом, как, когда люди про него прознали, он взял, короче, и этот магазин, и цену прибавил. Там все так дорого стало. Туда народ перестал ходить, и все, и они потом закрылись. Что ж такое? Запока такая. То есть такая вот была маркетинговая технология у магазина. Ну, магазин, кстати, так ничего, было нормально. Можно было что-нибудь там выбрать. Не помню, я там... А, силиконовые формы я там купила, у меня лежат до сих пор. Раньше я по ним прям загонялась. Очень часто готовила разные кексы для мужа. Все, сейчас уже некогда. Все, лежат. Нет, они лежат у меня. Вон они. Вон там наверху часть. Но он там маленький, тут большие. И вот здесь еще у меня. Вот тут много. Это вот коврик, на котором тесто разминать. И там силикон. Я силиконовые коврики очень прям люблю, обожаю. На них хоть хотя бы еда не пригорает. Прям классно, мне очень нравится. Это, по-моему, самая такая основная классная вещь на кухне. Так, ну ладно, мы будем дальше сейчас готовиться. Я хочу еще, знаете, вспомнил, что у меня есть маленькие помидорки черри. И хочу их добавить в яичинку. Да, Дим, не трогай? Да. Да? Мы с тобой поддобавим ее. И что еще? Зеленушкой? Зеленушкой. Зеленушкой будем сыпать сверху? Буду зеленушкой. Потом, да, когда они уже приготовятся? Да. Давай, буду я готовиться. Все. Ну вот, смотрите, у нас уже яичинка. 4 яичка взяла, но одно вот порвалось. Бывает такое. Не люблю, когда они рвутся, вот честно. Даже настроение у меня обычно меняется. Ну да что ж такое, вот, вроде так аккуратненько его чика, зло порвалось. Тоненькие же они. Диме два, мне два с помидорками, потом зеленью. Тут я уже прибралась.
Вот, это зелень у нас замороженная. Лучок замороженный. Мы с вами, кстати, замораживали, помните, летом? Зимой, хотела сказать. Такие немножко всякие. Да. Разные заморозили. По-моему, кстати, не тем даже летом, а позапрошлым. В прошлом году вообще, по-моему, не было у нас зелени особо. Дима. Ну не надо, сейчас все блестки будут лететь сюда, веешник у меня. Как он красивый. Ну да, у нас все еще висят. Уже скоро будем снимать. Скоро будет уже ремонт на кухне. Ой, даже не представляю, вот, знаете, честно. Кухня, она вообще цельная. Вот тут вот панель вообще цельная. Тут соединяется. Все это будет убираться полностью. Вот, блин. Надо было, конечно, заранее все-таки заплатить деньги, чтобы сделали ремонт это прям качественный. Это такое было? Пузырик там, да? Это пузырик там. Он не лопнет. Останется так. Наверное. Потому что лопнет. Пузырики-то лопаются. Оп. Ой. Ну, ремонт делать надо, потому что у нас потекло труба. Вот видите, одна труба, их было две. Вот это не было. Они две трубы вот тут находятся. Она потекла. И там вот полы сгнили. Текла, текла, они сгнили. Здесь линолеум положили не такой, как это нужно для кухни. А положили с начесом. И там прям линолеум сгнил. Черные пятна такие некрасивые. Потому что вот так вот, мало ли. Видите, как может произойти. И полы, конечно, там деревянные. Сам спрятался яичко. Угу. Ну, конечно, думаю, не знаю, мама предлагает, может, сюда плитку на пол. И... Вроде как с плиткой лучше, с одной стороны. С другой стороны, она тоже... Дима, близко не подходи. Там стой на расстоянии. А то он сейчас вот треснет. Стой нормально. Нормально, стой ровненько вот так вот. А то вдруг там вылетит что-нибудь сейчас. Так, так, кухню мыть надо еще. Думала, к Новому году помою кухню. А как начался ремонт, и все. Сейчас лопнет-то яичко. Сейчас спрятался яичко. Угу. Ну все, ладно, сейчас я вам покажу конечный результат потом. Зеленушка, смотрите, какая она классная. А запах такой обалденный просто. Яишенка, помидорка и зелень. Это вообще что-то с чем-то. Вам передается запах? Пишите. Ставьте лайки, 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 ставьте, если вам бы запах передался. Если она вам понравилась, обязательно ставьте. Ребенок мне напомнил про зелень, я, видите, уже вот начала резать ее. И Дима напомнил, зеленушка вот где? Растаяла, что ли, там? Я вспомнила, точно. Она замороженная, смотрите, была, уже размораживается. Классно, как она выглядит офигенно, зеленью. Кажется, как будто это что-то, не знаю, что-то такое. Что-то такое нестандартное, да, Дим? Да. Да? Какую мама яичницу сделала? Чебурашку наронила. Нет, стоит. А, чебурашка, да? Там у нас чебурашка. Вот такой маленький. Это с киндера какого-то. По-моему, фикс прайса, что ли. Я что-то их даже уже не запоминаю. И фиксик. У тебя тоже, кстати, фиксик есть. Я что забросил себе до фиксика? А я думала, ты играть с ним будешь. Вот у нас Диме тоже достался фиксик. Не помню, в киндере, что ли, он был или нет. В киндере был. Вот, кстати, цельная игрушка вот так вот в киндере гораздо удобнее. Вот собираешь, когда вот эти машинки у нас есть сборные. Это так тяжело собирать. Я помню, в детстве мне не нравилось. И ребенка не получается. И сейчас не люблю. Все, поставил? Поставил. О, у нас с тобой маленькая мини-коллекция, да? Фиксики, да. Тут чебурашка и собачка. Да? Да. И фиксик он.
Да, и будем сейчас кушать там. И у мамы тоже фиксик. Да, у мамы есть фиксик, и у Димы есть фиксик, да? Да. Из мультика фиксики, да? Да. Скажи, ставь лайки, ставьте лайки. Лайки, 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 лайки. Да. Смотрите, какой малыш. Ставьте лайки побольше нам, комментарии пишите. Но мы с вами еще не прощаемся. У нас с вами будет еще, наверное, сегодня что-то интересное. Да? Да. А у нас на улице, кстати, солнышко. Оно так греет. Греет, греет. Так, наверное, весна уже наступит на днях. Ну нет, конечно, не наступит. У нас же весна наступает после марта. Да? Да. В конце марта даже. Не как раньше. Что-то как-то мир двигается, да, Дим? Да. Двигается мир. Да, двигается мир. Ну вот, смотрите, вот так лежит. Смотрите, как красиво. Так красиво, так аппетитно-аппетитно. Прям, да? И у меня. Ну, я, короче, от себя еще кусочек отрезала, Диме положила. Вот как-то у нас получилось прям совсем мало. 4 желтка на двоих. Я боялась ребенку класть больше желтков, потому что, думаю, наверное, нельзя еще. Ну, 3 желтка есть, то есть 3 яйца. Вот, поэтому по 2. Ну, по 2 мало, конечно, двоих. Вот, конечно, Дима ест гораздо-гораздо больше. Для него это, наверное, как семечки. Ну, ничего, мы еще скушаем с тобой яблочко, скорее всего, сейчас на завтрак у нас еще будет. И грушу надо докушать уже. А мандарин, кстати, еще у нас тут есть, вам дала. Мандарин нам еще на 3 дня хватит. Окей. Все, ты пошел ручки мыть? Все, мы моем ручки, садимся кушать. Пожелайте нам приятного аппетита.